Честно говоря, хочется сказать «Браво, Локомотив!». Настрой, с которым команда вышла на игру, бесспорно заслуживает уважения. И, возможно, все могло сложиться по-иному, если бы не состоялся уже на 8-й минуте этот почти нелепый гол в ворота железнодорожника. Гуренко, Чугайнов и Пашинин ошиблись по большому счету в этом матче только один раз. Но после навеса Валда Хасан сбросил мяч Жоао Пинту, и Овчинников чуть-чуть не успел. Чуть-чуть не считается. В дальнейшем голкипер москвичей действовал безупречно. Португальцы, как и подобает хозяевам, много атаковали, порою очень даже остро. И все никак. Может быть, не хватало им уехавшего в Бразилию Донизетти. А может быть, просто не знали футболисты Бенфики, кто есть такой в Локомотиве Сергей Овчинников, которого иначе как босс и не называют. Голкипер москвичей тащил, извините за глагол, все, что летело в его ворота. И пример его оказался более чем действенным. Опасно бил Смирнов. Неплохие моменты имели Гаррес и Харлачев. Но счету измениться было уже не суждено. И все-таки, к счастью, наверное, для нашей команды.